В манеже спортивного комплекса «Мордовия» сегодня проходят необычные соревнования. Их участники – воспитанники Республиканской школы по спортивной борьбе имени Алексея Мишина. Три ковра отданы под схватки по греко-римской борьбе, дзюдо и самбо. Сегодня зрители получили возможность одновременно увидеть в деле представителей этих трех видов единоборств и оценить красоту и силу всех трех борцовских стилей. В этом году соревнования такие проводятся первый раз именно в таком формате. И я надеюсь, что это станет доброй традицией. И не один год, и ежегодно. Этот турнир станет ежегодным, мы будем проводить его каждый год. Столь необычный формат соревнований был выбран не случайно. Сегодняшние соревнования среди юношей 2007, 2008 и 2009 годов рождения посвящены памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе. Среди почетных гостей – представители Министерства внутренних дел, прокуратуры, УФСБ и УФСКН по Республике Мордовия. Именно единоборства являются самыми популярными видами спорта среди сотрудников этих ведомств, поскольку они воспитывают смелость, силу характера и патриотизм, а также зачастую применяются на практике в повседневной службе. Могу сказать, что спорт – это неотъемлемая часть службы в органах внутренних дел. Многие наши сотрудники участвуют уже на взрослом уровне, в спортивных соревнованиях, в системе КПД, добиваются результатов, становятся мастерами спорта, международного класса, а также на ряд для заслуженных мастеров спорта по различным видам борьбы. И очень приятно, что сегодня в этом зале у нас самый такой симбиоз, три вида борьбы, праздник, сегодня, так сказать, праздник. Все, что делается с вами, дорогие наши юноши, да, все это делается и закладывается фундамент в будущее нашей страны. В республиканском турнире принимают участие около 150 спортсменов. Несмотря на юный возраст борцов, страсти на ковре и за его пределами царят нешуточные. Кому-то победа достается в буквальном смысле слова потом и кровью. Соперники равны, даже сильнее есть. Как тебе удалось выигрывать все-таки у них? Тренер сказал, сделай это, я и сделал. Я сначала думал, что я не побежду, а потом выиграл. За счет чего тебе удалось выиграть? За счет того, что она меня бежала, я кинула свой прием. Всестилевой турнир по борьбе проводится в Мордовии впервые. Эксперимент удался, говорят организаторы. И теперь планируют проводить аналогичные соревнования среди юных спортсменов каждый год.